Послание Отца Абсолюта 21 апреля 2023 года. Соединительная ткань с землей пятого измерения. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! В продолжение моего предыдущего послания сейчас мы более подробно рассмотрим энергетические составляющие коллективного сознания человечества пятого измерения. В отличие от нынешнего, оно будет не только более разряженным, но также его ментальное и эмоциональное наполнение станет уже совсем другим. Из него уйдет дуальность, а значит мировосприятие людей кардинальным образом изменится. В этом новом энергетическом пространстве каждая из ваших чакр будет иметь уже совсем другие свойства, поскольку все заложенные в них дуальные принципы будут трансформированы в однополярные. И сейчас мы с вами рассмотрим преображение каждой из этих чакр в свете их новых вибраций. Начнем мы с первой чакры. Являясь в дуальном мире самой плотной, в мире пятого измерения она разрядится настолько, что будет похожа на светящуюся сферу, соединяющую ваше новое световое кристаллическое тело с поверхностью Земли. Если в мире третьего измерения первая чакра якорит человека с тем, чтобы он прочно стоял на ногах, то в мире пятого измерения, в котором вы сможете передвигаться по Земле силой своей мысли, намерения, роль первой чакры будет совсем другой. Через нее ваше тело будет соединяться с Землей невидимым энергетическим каналом, очень гибким и подвижным, позволяющим вам свободно перемещаться по всей Земле, а не только по окружающей вас поверхности. Другими словами, первая чакра человека станет своеобразной соединительной энергетической тканью с Землей пятого измерения, вибрирующей с ней в унисон. Почему я использую именно это выражение «соединительная ткань»? В первую очередь потому, что ваше слияние с энергией Земли будет настолько гармоничным, что превратится в единую вибрационную ткань, на которую будут наносить свои узоры уже остальные ваши чакры. Но уже сейчас вы можете ощутить энергетическое единство с вашей планетой. И хотя ваши общие вибрации пока еще не достигают уровня вибрации пятого измерения, они вполне способны войти в резонанс, в единый ритм, который позволит вам почувствовать себя неотъемлемой частичкой Земли. Я советую вам развивать ваше чувствование единых Землей вибраций, что поможет вам плавно и гармонично продвигаться вместе с ней в пространство пятого измерения. «Любящий вас безмерный Отец Абсолют», — говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт «Возрождение».